Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Отель «Премьер Романс». Это Сахал-Хашиш регион. Отель небольшой, находится возле Олд Паласа. Пляж здесь хороший, под воду пологий, метров через 100 уже глубина, песчаный, много шезлонгов. Здесь бесплатно они предоставляют велосипеды, они на пляже находятся, и у них трансфер ходит по региону. Бар. Главный ресторан. Давайте посмотрим, есть там что-нибудь или уже все убрали. Ага. Делюкс? Делюкс. 12.05 делюкс. Вид с балкона. Две большие кровати. Панорамное окно в ванну, оно закрывается, там есть душ и ванна. Здесь ковролин, телевизор, балкон. Ванная комната очень красивая, большая, ванна, душ, раковины, туалет. В отеле есть два типа номеров, это стандарт и делюкс. Сейчас мы смотрели делюкс. Стандартные номера выходят на пустыню. С обратной стороны находится их всего 15 штук. Здесь отель для от 16 и выше, детей сюда не пускают. Питание хорошее, отель релакс для спокойного отдыха. Территория небольшая, анимации нет. Бассейн в зимний период с подогревом идет. Wi-Fi на всей территории бесплатно. Отель хороший, но это чисто для релакса отдыха отель. Поэтому молодежи здесь, конечно, будет скучно, нет никакой анимации. Вечером только шоу-программа проходит. Есть два ресторана а-ля карта, китайский, итальянский. И вот они, стандартные номера, которые выходят на эту сторону. Вот это стандартные номера, их 15 штук. Выходят они на пустыню и на дорогу. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений.